Дорогие друзья, ну, что лукавить, пока я это делаю не по-настоящему, но оставайтесь с нами и обязательно смотрите то, как я буду это делать в реальной жизни. Потому что я сейчас, разумеется, на мопеде, на скутере, и это дачный сезон на Озон. И с вами, как всегда, дядя Юра, Юрий Сидоренко. Привет! И Петр Безменов. Всем привет, дорогие друзья. И у нас, разумеется, дачный сезон. А на даче, мне кажется, очень-очень многие катались на скутере. Я это делал, и дядя Юра, я думаю, делал, и многие из вас. Кто это делал, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы будем очень ждать вашего комментария. Знаешь, как я назвал сегодня наш стрим? Как? Дача с ветерком. Ой. Вот так вот у нас он будет называться, потому что у нас сегодня действительно будет ветерок. Даже, наверное, будет ветрище, я так понимаю. Не ведрище, а ветрище, друзья мои, чтобы правильно, потому что сейчас там начнут писать хейтеры. Давайте, привет хейтерам, вперед давайте, про ведрище напишите. Я на самом деле очень рад, что дядя Юра с каждым стримом все больше новых слов узнает. Хейтеры от него сейчас прозвучало. Мне ловите это. Мне несколько раз про это сказал Петя, поэтому, естественно, я его запомнил. Это нормально. Так вот, ты попробовал, посидел уже? Да. Ну вот теперь иди на свой красненький. Вот. Ребята, мы сегодня будем разговаривать про, это просто, могу сказать, это просто бомбическая вещь. Это, ну, я его называю мотороллер, вообще это скутер, мопед, но я называю мотороллер. Мотороллер фирмы Vespa. Понимаете, это не просто культура, это просто культура, это реально культура, которая уже идет ее вот срок, вот это вот, вот такой вот революции культурной и стильной и так далее, почти... Ну, уже больше полвека. Больше полвека? Да, какой? Уже больше? Ничего себе. Ты знаешь, когда началась история вообще Веспы? Когда? Когда? В 44-м году. Друзья мои, в 1944 году, прямо после мировой войны. Второй. Это мощно. Да, и... Вы, на самом деле, дядя Юра, столько интересных фактов говорите. И, разумеется, у наших зрителей могут возникнуть вопросы, на которые мы будем вам обязательно отвечать. Поэтому пишите ваши вопросы, все, что вас интересует, в комментариях. Ну, заодно ставьте лайк, нам будет очень приятно. И дядя Юра, и я будем отвечать на эти вопросы. Слушайте, про историю я чуть попозже расскажу, потому что это надо рассказывать, сидя на этом прекрасном транспортном средстве. Вот. И рассказывать, естественно, проникновенно. Я сейчас это сделаю, но объясню, почему я вообще Петю пересадил на красненький скутер. Да, объясните. На красненький скутер Vespa. Потому что объем двигателя здесь, на вот этой Vespa, 50 кубических сантиметров. Угу. И мощность составляет 3 лошадиных силы. Как вроде кажется, всего 3 лошадиных силы. Угу. Но пуляет он, поверьте мне, конкретно. Вот. И как раз вот для вот этого, угу, мотороллера, скутера, мопеда, не нужны права, мотоправа, угу, то есть права категории А. Здесь достаточно прав категории М. Угу. И можно будет ездить на нем 16 лет. Друзья мои, 16 класс лет, да. И он, кстати, довольно безопасное транспортное средство, если правильно соблюдать технику безопасности. Это, который я себе, как говорится, заказал, это крутой транспорт. На него нужны права с буковкой А. Мотоправа. Здесь уже 150 лошадиных сил, 150 кубических сантиметров мотор и 12,7 лошадиных сил. Ребята, дядя, это ракета. Да. Это реальная ракета, очень крутая, очень классная. На которой, между прочим, ну, такой инсайт небольшой, мы сегодня поездим, дядя Юр, обязательно. Да. Я открою небольшую тайну. Я, честно говоря, закрою уж. Закрою. Все, закрыл. Друзья мои, я сегодня буду ездить первый раз вообще на Веспе, ну и второй раз вообще на мопеде, честно. И я очень этого жду и, честно говоря, немножко переживаю. Так что вы меня поддержите, пожалуйста, вот, в этом деле. И я, наверное, поеду все-таки вторым, потому что Петя рвется, ну пускай едет первым. Все, можешь открывать. Все. Спасибо. Нормально. Вот. И дальше теперь я расскажу конкретно про вот этот, вот эту модель. 150. Ой, дядя Юр, ну тут я не могу, не могу вам не помочь. У меня с английским немножко плохо, но я вам сейчас расскажу. Ребята, это крутейшая штука. Реально, или все-таки с красного начать? Он попроще. Ну да, давайте с красного, потому что на этом мы все-таки, да, будем здесь, ездить. Здесь, да, здесь всяких прибамбасов больше, поэтому мы сейчас расскажем попроще на красненьком, а потом перейдем к моему зелененькому. Дядя Юр, вот, давайте, да, давайте про красненький я чуть-чуть начну. Давайте вот, ну, мы его заведем. Вот заводится тут вот, вообще, собственно, элементарно. Да. Кстати, с ключа. Да. Покажи. Еще раз? Ну, конечно. Ключ. Вставляем. Все. Ну. И сейчас. Старт. Вот так вот он, собственно, заводится.
просто на тормоз, на кнопочку, без, как, вот как эта штука называется, которой мы постоянно, ну, я в детстве, постоянно в мопед заводил вот так вот. Как это? Так это самое сложное. А я знаешь, как тогда заводил? Я за ним бежал. Бежал, причем, вот я как раз сейчас историю расскажу быстренько. Я бежал, нас каталось на, ну, это был такой мопед, но сзади у него был большой багажник. Я бежал третьим, то есть два сидели, я их расталкивал. Растолкал, он завелся. И дальше я прыгнул третьим на багажник, ну, естественно, вот так вот поехал держась. И этот человек на каждом эфире рассказывает про технику безопасности. Я, конечно, удивлен. Ну, ребят, это было давно, мне было мало лет. Мы были в шлемах, я могу честно сказать. Вот, я на него запрыгнул, проехали мы где-то 100 метров, потом была небольшая ямка. И мы на ней подпрыгнули, и все, я остался стоять, они уехали дальше. Вот это был мой опыт катания на мопеде. Дядю. В то время. Ну, у меня да, тогда, давайте тогда не было таких. Мне кажется, ну таких тогда не было. Это не правда. Было. Я тоже катался на мопеде. И это просто вот, ну, какой-то ужас был. А здесь эстетика. Но про это мы поговорим попозже. А сейчас, мне кажется, я на правах ребенка обязан побибикать. Заводи. Давайте. Ой. Это было очень громко. Я думаю, что от такого звука точно все разбегутся и все услышат. Сосед прибежал, сразу в окно выглянул. Нормально, это бывает. Мы здесь не часто бибикаем, но стараемся тихонечко это делать. А что, я уже не могу нажать? Так вот здесь бибикать. Опа, отлично. Заводись. Так, все. Для заведения надо обязательно нажать на тормоз. Да. Это задний тормоз. Все, завели, отпустили. Вот, собственно, мы завели. Давайте еще чуть-чуть расскажем, чтобы было потише, мы не будем заводить его. Идите сюда, сейчас мы все вам расскажем. Во-первых, сюда, это он всем вам сказал, все, подходим, да, конечно, ближе к экранам и смотрим. Поехали. Во-первых, вот тут вот есть несколько режимов, ну, два режима фар. Это вот сюда вот мы переключаем дальнее, да. Вот сюда вот обычный, да. Вот. Ну, то есть в обычном он все время у нас работает. Он все время находится, то есть у нас, да. Получается только дальний вот. Да, дальний свет мы можем включить. Расскажи про поворотники, это очень клевая тема. Поворотники — это классная штука. Вот, собственно, правый поворотник, вот левый. Чтобы отключить, мы нажимаем на кнопочку, ну, чтобы они выключились. Это класс. Угу. Это прям очень крутая штука, потому что это все-таки транспортное средство, да, и ему нужны поворотники. Дальше здесь еще есть очень интересная вещь. Здесь есть кнопочка Mode, режим, уже знаю, да. Вот, и он переключает различные режимы одометра. То есть ты можешь посмотреть, сколько ты пробежал, сколько еще осталось ехать и сколько там общий километраж. Тоже прикольная штука для такой техники. Это здесь есть. Это реально очень прикольно. Здесь есть, и знаешь, что здесь есть еще? Вот как бы это ни казалось удивительно, здесь есть бардачок, как в автомобиле. Да, давайте покажем его. Конечно, обязательно. Давай, показывай. Так. Ну, поверни ключ-то. А, точно. И нажимай. Все. Идите сюда. Мы вам сейчас все покажем. Вот тут вот имеется бардачок. Ну, вот. Да. Здесь, кстати, лежит то, про что мы чуть попозже расскажем. Ну, вообще, это, честно говоря, это больше, конечно, не бардачок, как в автомобиле, это перчаточный ящик, реально, как он и должен называться. Вот, вот там как раз можно положить, но все-таки он здесь есть. Ребята, это очень круто. Закрывается это вот так вот, и дальше все выключается, убирается. Ну, разумеется, на этом не заканчивается то, куда нам все можно положить, все наше добро. Естественно. Инженеры. Компании Piaggio, кстати, компания, которая выпускает бренд Vespa, называется Piaggio. Чуть позже я расскажу, откуда вообще появилось название Vespa. Это там же есть целая история про это. Так вот, они вообще продуманы, очень хорошие. И они сделали так, что здесь есть багажное отделение. В этом скутере есть багажное отделение. Ну, показывайте, дядя Юр, показывайте. Показываю, смотрите. Вот оно. И там уже тоже лежат некоторые товары, про которые мы позже расскажем. Да. Очень классно. Как видите, лежит их там много. Сюда спокойно можно сложить. И какие-то дальше... продукты. Да. Ой, ну здесь двигатель. Вы можете посмотреть на эту красоту. Вот так вот, такой простой доступ совершенно к двигателю данного транспортного средства. Я не могу по-другому это называть. Ребята, я не могу называть это крутое транспортное средство. Это реально крутое, наикрутейшее транспортное средство, которое мне лично вызывает только положительные эмоции. Потому что... Он мало того, что он может возить, так он еще и красивый. Это правда. Он очень элегантный. И мне кажется, на таком скутере, правда, не стыдно приехать на работу абсолютно. А ты знаешь, как он сейчас вообще позиционируется? Это тот мотоагрегат, на котором ты можешь спокойно ездить в костюме. Прекрасно. Да. А девушка может ездить в красивом платье. Кстати,
Давай-ка мы все-таки подойдем к истории, потом я расскажу про второй. Хорошо. Значит, смотрите. Сейчас вставлю здесь ключик. История началась еще в 1944 году. После войны завод Пьяджо, который производил авиационную технику, ну, находился, так сказать, в состоянии того, что цеха были разрушены, и надо было как-то поднимать производство. Многие производства после войны. И они решили заняться мототехникой. И сделали первый прототип, то есть двум инженерам этого завода, Энрико Пьяджо, это сын основателя завода, заказал сделать первый скутер, мотоцикл, мопед, то есть, даже не знаю, что он заказал, но сказал, но мототехника, двухколесная техника должна была быть. Вот, он ее заказал, они сделали первый скутер, и он был немножко другой формы, назывался он МП-5, мото Пьяджо номер 5. Смотрите, в чем было отличие от данных моделей, которые есть у нас. На нем двигатель стоял спереди, ближе к центру, к переднему колесу. И вот здесь была единая рама. Вот такая единая рама. Значит, и ты сидел на нем, как на такой торпеде железной, и спереди у него переднее крыло. Кто хочет, можете посмотреть фотографии. Оно было вот чуть-чуть задрано наверх. И ему дали прозвище, знаешь, какое? Пеперина, утенок. Потому что он был реально на него похож. Когда я его увидел, Энрико Пьяджо, ему очень не понравился внешний вид. Он такой действительно был немножко громоздкий. И он сказал, не нравится мне внешний вид. И заключил контракт еще с одним авиационным инженером. Который сказал, что ему вообще не нравятся мотоциклы из-за своей громоздкости, потом вонючести и всего остального. И сказал, что он сделает совершенно другую модель. И он создал... Тогда еще не было названия Веспа. Он создал МП-6. Когда первый раз Энрико Пьяджо увидел этот агрегат, он воскликнул. У меня с итальянским немножко плохо, но я сейчас постараюсь воспроизвести. Сембра уна Веспа! Как-то так, наверное. Или вот так. Дядя, они же итальянцы такие. Сембра уна Веспа! Вы очень хорошо сказать? Представляете себе итальянца. Я не знаю, даже фразу не знаю. Как еще раз? Sembra una Vespa. Я думаю, что это обязательно было вот с таким вот жестом. Это по-любому вот так вот? Sembra una Vespa. Веспа это другая совершенно конструкция, мы про нее рассказывать не будем. Вот про это мы сейчас будем рассказывать. Это на русский переводится «похоже на осу». На осу. Вот. Потому что Веспа... Это что-то связанное с дизайном, да? Конечно, потому что он реально похож на осу. Смотрите, массивная задняя часть связана с передней вилкой, тоненькой такой перемычкой. А зеркала похожи на усики у осы. И он это сказал. И представляете, эта фраза дала название бренду. И теперь он называется Веспа. Вот такая вот история. Кстати, там еще одна история. Там что-то тебе написали, я смотрю. Да, во-первых, меня спросили, какой самый мощный скутер. Друзья, мы сейчас перейдем вот к этой модели, в этой категории по размеру, вот этот самый быстрый из которых сейчас представлены. Там есть еще быстрее, но у нас получается, в России представлен, вот это получается самый быстрый. Да, и, соответственно, у него 12,7 лошадиных сил, и это самый мощный, как минимум, из тех, которые у нас сейчас представлены. Да, вот правильно он сказал, не вообще в России, а у нас сейчас представлен вот этот самый быстрый. 12,7 лошадиных сил. И мы сегодня на нем покатаемся. Да, на нем буду кататься. Ну ладно, ты тоже покатаешься. Я тоже покатаюсь. Я ему аккуратненько там прокатиться. Так. Так, сейчас. Пока он ищет, я дальше расскажу. Написали, я из мультика «Лука загорелся по Веспе». То есть, видимо, в каком-то мультике увидели. Ребят, вообще-то, как я уже говорил, родился этот бренд в 1944 году. Производство началось в 1946 году. Но он не очень сначала шел. А его вообще всплеск популярности Веспа получился в 1952 году после премьеры фильма «Римские каникулы». Там главные герои ездили как раз на Веспах. А главная героиня, не помню, как ее звали, Одри,
без разницы. В общем, там прекрасная, красивейшая девушка. Она ездила на Веспе оливкового цвета. И это очень такое шло, было сочетание, да. Очень красивое. Мне дядя Юра показывал, да. Да, ребята, посмотрите, загуглите, я знаю это слово уже. Загуглите, посмотрите. Вот. И как ну, раз... логично, конечно же, полюбили за элегантный стиль, за то, что конечно, это не только конечно. Транспортное средство, которое доставляет тебя из одной точки в другую, а еще и очень, как бы, красивая вещь, правда, на которой ты можешь приехать, на тебя обратят внимание, посмотрят. И обязательно познакомиться, я думаю. Ну, тогда-то, ну, в 50-х годах того века прошлого, угу. Кстати, он не сильно изменился с того века, потому что так, вот этот стиль, он так и остался, вот он реально сейчас, это круто. Вот, и тогда это было, означало для женщин, например, свободу, самостоятельность, потому что, ну, тогда женщины не особо ездили за рулем, ну, не получалось, не давали, а на Веспе можно было ездить. И даже была фотография, как рекламная кампания, красивую девушку, которая сидит на Веспе. Это, и вот это не нравится тогда фотография. У дяди Юры, на самом деле, все, что с девушками, он запоминает лучше. Я это заметил. Там такая фотография ретушированная, это же были 50-е, 60-е годы, был всплеск. Прошел этот фильм, в США он прошел шикарно, в Европе в 6 раз прошел круче. Там появились клубы любителей Веспа, понимаете? И стартануло это все дело, вот пошло. Вот такая история у компании, внедряться, на самом деле, да. В массы. Вот, мы хочу рассказать про более мощные. О, сразу. Кстати, мне вот сейчас написал Евгений, и я понял, что это правда. Веспа была в GTA White City. Вот ты сейчас сказал, только что Петр произнес слова, из которых я, честно говоря, пока ничего, я извиняюсь, я ничего не понял. Дядя Юр, смотрите, недавно вышла, GTA, ну как недавно, это GTA это, ну я боюсь ошибиться, но вообще самая популярная и самая продаваемая игра в мире. Угу. И в ней, собственно, находился этот скутер. Крутяк. Да. Я понял, что это круто, ну это, наверное, круто. Правильно? Да, нас на самом деле заставляют уже проехаться, поэтому давайте мы пока еще, разумеется, расскажем про мощную модель, чем она отличается, и после этого, ну, разумеется, немножечко расскажем о том, в чем мы поедем, и проедемся потом. Давайте приступим к такой вот синенький или зелененький этот цвет, я вот не понимаю. А вы знаете, вот он сейчас так убедительно это сказал, что я даже ему поверил, честно говоря, что он хочет вам рассказать, а не просто прокатиться на скутере. Ну, вот честно скажи, Петь. Ну, я и вам рассказать, и прокатиться ну, хочу. Ну, хорошо, давайте быстро рассказывать. Ребята, давайте быстренько переходим к моему аппарату. Вот это Петин. Вот. Ну, я ему дам прокатиться на этом. Ребята, это 150 кубов, 12,7 лошадиных сил. Угу. Это ракета, реально, на которую надо ездить очень аккуратно. Что здесь, в отличие от этого, есть? Смотрите. Заводится он точно так же. Да. Совершенно. Все опции фактически здесь тоже, точно такие же. Но здесь тоже есть, естественно, бардачок. Но здесь больше электроники, поэтому здесь одна часть у него закрыта специальным блоком. Да. А на более мощных моделях, есть более мощная модель, угу. Которая это с воздушным охлаждением, а есть с водяным охлаждением. Здесь стоит расширительный бачок. Ничего себе. Круто. Да. Так, и, соответственно, в прошлой модели мы открывали с ключа это, здесь это открывается с кнопки. Уже исследовал, смотрите. Ну, конечно. Опа. Все. Вот. И у нас здесь уже лежит шлем, между прочим. Потому что мы за безопасность. Несмотря на то, что какие гадости рассказывал дядя Юра в начале эфира. Как он втроем на мотоцикле ездил. Слушайте, ну было дело, поэтому сейчас, слава богу, мы можем за своей безопасностью следить вообще-то. Вот, здесь очень важная вещь, которая мне вот лично очень понравилась. Смотрите, здесь заливная горловина. Вот, сейчас есть у нас оператор, к нам подойдет и посмотрит. Здесь заливная горловина находится под сиденьем. Видите, туда никто не залезет. Ну да, никто бензин не сольет. Конечно. Класс. Так, во-первых, ну, нельзя не обратить внимание, дядя Юра, что здесь добавилась относительно прошлой модели одна кнопка. Да. Насколько вы мне рассказывали, дядя Юра, она препятствует тому, когда ты валишься. Ну, короче, она сбрасывает вес двигателя, короче, перестает работать двигатель, и, собственно, ты падаешь с меньшим весом. То есть это как бы заботится о твоей безопасности. Ну, как бы,
Я надеюсь, что мы это не будем проверять. Да. Ну, просто падать не хочется. Ребят, кому интересно, вы почитайте инструкцию, потому что данный транспорт средства продается всего с двумя вещами. Инструкция по применению ключи. Так вот, и самое главное, здесь для того, чтобы нам побыстрее поехать, я уже понимаю, в глазах Петра я читаю немую вещь. Давайте я тоже сразу тогда достану. Ну, естественно, понимаете, он себе заказал шлем. Вот, я, честно говоря, не удивился, когда он приехал, я думал, что мне какой-то не тот привезли, но он заказал себе как раз, сам того не ведая, под свою модель, а я себе заказал нормальный шлем, да шучу, конечно, в общем-то, этот шлем подходит и для скоростной езды, у меня для вальяжной, простой, хорошей езды. Чем мне он понравился, могу сказать, он очень простой в использовании, у него очень хороший обзор, потому что стекло широкое. И здесь самое важное, что касается меня, здесь гипоаллергенный материал внутри. То есть у меня не будет на него аллергии. Это очень важный момент, потому что у меня аллергия, очень быстро кожа реагирует. В этом шлеме я могу ехать долго. А вот, дядя Юра, я свой тоже хочу защитить. Во-первых, здесь тоже находится гипоаллергенный материал. Ну, хорошо. Во-вторых, почему я его выбрал? В первую очередь из-за дизайна. Ну, потому что, ну, классно, вызывающе, круто, по-спортивному выглядит. Ну, сразу чувствуешь себя просто гонщиком каким-то. Вот это вот меня и пугает, между прочим, я хочу сказать. Потому что только шлем одел, уже гонщик. Ну все, дядя Юр, дайте чуть-чуть помечтать. Мечтай, но аккуратнее, безопасность превыше всего. Поэтому вот я поэтому себе выбрал, я езжу медленно, как ну чайник. Ну все, вот, дядя Юр, все. Вы как чайник потом проедетесь, а сейчас дайте мне. И смотрите, как красиво, раз, и все. Ну что, поедешь? Поеду. Слушайте, я, конечно, беспокоюсь за Петю. Ну, он сейчас оденет шлем и заведет данное транспортное средство и поедет. Я тебе просто на всякий случай скажу, ты там долго что-то объяснял, он отключает массу, вот этот переключатель. Ага. Ну, чтобы ты понимал. Ну, все, понял. А когда нет массы, все это дело сразу же отрубается. Ну, все. Так, шлем, собственно, я уже надел. Ну, давай. Я тоже. Так. А вы что, дядя Юр, сейчас я поеду. Ну, я заранее, я за тебя переживаю просто-напросто. Так, ну, в целом, можно потихонечку уже садиться. Ну? У нас здесь расположена камера. Мы потом ее включим, и вы будете через нее смотреть на то, как я еду. Еду нормально. Я не всегда идеально, хочу предупредить. Слушайте, есть такая шумоизоляция, что я перестаю себя слышать. Это правда. Я, наверное, все-таки подниму стекло сейчас. Это мы с подножки его снимем. Так, давай, я тебе помогаю, давай. Ну? Давайте. Давай, ну. Ой-ой-ой, как стартанул-то, а? Ё-моё, я еще и в дождь еду. Условия, конечно, экстремальные. Ничего себе. Сейчас попробуем в поворот войти. Надеюсь, у меня это получится, потому что если не получится, будет очень грустно. Так, ну мы еще чуть-чуть проедемся. Мимо лежачего полицейского сейчас я проезжаю. И давайте, ну, пока дядя Юр не видит, чуть-чуть газанем. Вот так вот сделаем мы. Все. Газанули, немного поэкстремалили, а сейчас самое тяжелое, разворачиваться. Ну, давайте сейчас развернемся. Так. Я думаю, дядя Юра сейчас там стоит, почти за меня переживает. Давайте опять снова газанем. Ой-ой-ой, как рвет-то! Очень хорошо, друзья. Честно, эмоции просто крутейшие. Сейчас я еду еще под ливнем. Ну, давайте смотреть, что там. К дяде Юре мы уже подъезжаем. Ну что, дядя Юр? Так, тормози. Да все, торможу. Опа. На самом деле, я только сейчас понял, Слезай. Пока Петя расскажет свои впечатления. У меня их очень много, если честно. Во-первых, зря я все-таки не опустил, потому что ко мне какая-то соринка в глаз все-таки заскочила. И что? Ну, чешется теперь, ничего страшного в целом. Вот, но всегда надевайте, это не бесполезно. Но эмоции, друзья, честно, это еще учитывая, что я толком не покатался, так чуть-чуть буквально проехался, непередаваемые. Потому что, ну, вы видели, я пока дядя Юра не видел, чуть-чуть газку-то поддал, и просто он так полетел у меня. Совсем немного, и он рвет. Это очень круто, правда.
Дядя Юр, я советую вам тоже прокатиться. Газку поддал. Ну, немного. А ты знаешь, что самое интересное? Я тебя вот отправил, да? Между прочим. А про меры безопасности мы до конца не дорассказали. Потому что, чтобы ехать на транспортном средстве на двух колесах, нужно, естественно, себя защищать. Вот надо было сразу нам сначала одеть тебя, а потом вот уже отправлять в поездку. Ну, не так. Итак, давайте мы сейчас расскажем про то, что нужно хотя бы с собой иметь для себя. Шлем, понятно. Шлем, слава понятно. Богу, одел. Уже хорошо. Дальше. Двигаемся. В перчаточный ящик. Правильно? Правильно. Здесь у нас что? Ну, перчатки. Что? Правильно, перчатки. Специальные мотоперчатки. Ребят, знаете, что самое важное в мотоперчатках? Когда вы будете подбирать, я могу честно сказать, самое важное в них, чтобы они были по размеру. Вот эти перчатки, ну, я заказал себе, промахнулся я с размером, потому что они все, всех производителей разные. У них свой размер, у кого-то пальцы длиннее, у кого-то короче, их надо под себя подбирать. Ну, я на зоне без проблем их сдам. То есть это вообще никакой проблемы, да, нет, конечно. Мне привезут другие. Вот. Чем хороши вот эти перчатки? Они легкие, они продуваемые. Здесь есть защита костяшек всяких разных. Ну, всяких разных, сколько их у тебя на руках-то есть? Много. Они очень легко одеваются. Вот. И самое главное, что ты через вот эту вот ткань, которая здесь есть, ты чувствуешь все органы управления. Это очень важный момент. Потому что мотоциклист, в отличие от водителя, должен чувствовать то, как он управляет транспортным средством, вот любым. Ну, я имею в виду, в данном случае у нас всего два. Угу. Вот. И когда ты это чувствуешь, то становится, то это правильно, это безопасность. Дальше здесь обязательно хорошо, когда вы будете выбирать себе перчатки, обязательно смотрите, чтобы был хороший ровный шов, чтобы была более-менее известная фирма. Вот. И, соответственно, вам в них должно быть очень удобно. Вот, для более такого, ну, для межсезонья это называю, есть теплые утепленные перчатки. Пожалуйста, вот если вы будете ездить, например, в межсезонье, купить себе второй комплект, в котором ваши руки не будут замерзать. Это очень важный момент. Вот про перчатки я сказал. Угу. Дядя Ю, да. Давайте я тоже, разумеется, я не с пустыми руками пришел. Я люблю многофункциональные вещи. Ага. Потому что, конечно, у нас здесь есть классный багажник. У нас даже есть бардачок, что, ну, честно, удивительно для скутера, это редко бывает. Так. Но, ну, часто байкеры или просто люди, которые ездят там на мопедах в свободное время, и они берут с собой рюкзак, чтобы побольше с собой всего взять. Угу. Так это не просто рюкзак, он будет защищать вашу спину, потому что здесь есть вот такие вот прокладки, которые, собственно... Ее и будут защищать. Подожди, ну я вот мотоциклисты смотрю, у них просто сзади, да, вот такая вот, ну знаете как, вообще мотоциклисты, ну, очень часто напоминают людей из будущего. Да. То есть он когда выходит, слезает с мотоцикла, если он полностью экипирован, это вот такая вот, это знаешь такая вот. Это железный человек как будто бы, надо, да. Надо включать. Человек вышел, мне нужна твоя одежда. Все, и нормально, все, сразу дальше это все, не так, мне нужна твоя одежда. И все, и ты уже готов, просто готов сразу раздеться. Вот. Дядя Юра давно в шоу-бизнесе, он в целом всегда готов раздеться. Да что? Ты знаешь, что? Он думал, что меня сейчас смутил. Нет, когда нам, конечно, надо раздеваться, но для того, чтобы сняться в кадре, естественно. Вот, я честно, я не очень давно в шоу-бизнесе. Вот, я давно в автосервисе. Вот, оператор мне показывает вот так вот. Ну да, 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 бывают и фразы ниже плинтуса, я это понимаю. У нас, кстати, очень веселый оператор. Вот, она постоянно смеется над тем, что мы говорим. Это очень приятно. Надеюсь, что, уважаемые зрители, у вас точно такие же ощущения от наших текстов, которых мы здесь разгоняем с Петром. Да, дядя Юр, давайте я еще чуть-чуть расскажу. Сейчас расскажу. И вот... Да ладно, ладно, я шучу, конечно. Конечно, Пете надо дать выговориться хотя бы, потому что поехал, получил кучу эмоций. Это правда. Давай, рассказывай. Ну, на самом деле, если бы я упал на спину, ну, а я газку-то поддавал, собственно. Вот ты знаешь. Вот, если бы я упал, эта штука могла бы меня защитить. Во-первых, она крепится очень хорошо, ну, очень плотно. То есть это не просто рюкзак с двумя лямками. Давайте сейчас, как это снимается, дядя Юр. Вот, элементарно. Все, все. Человек заказал, пока еще не понял. Но мы просто не успели. Ребят, реально только что привезли, и все наше внимание было на естественно, основное в нашем стриме сегодня, это, конечно, марка Vespa. Это все наше внимание просто забрало. Вот. Но мы не забываем про нашу безопасность и про кучу всяких гаджетов, которые нужны для... Вот так вот, собственно, это будет выглядеть. Дядю, расстегните там. Что?
Ну что, что, рюкзак, дядя Юр. Ну, а у тебя там больше нечего расстегивать, что ты здесь? Опять пытается куда-то все это под... Ух ты! Ну вот. А это что такое? Ух ты, а здесь что? О! А это какая-то штука, подожди. А вот это что такое? Дядя Юра, я не знаю. Я так понимаю, что это вода, наверное, ее можно заливать, куда-то вставлять. Крутяк, это можно пить. Это можно пить прямо по дороге, не выходя из этого, как его. Ну, не снимая шлем. Да. Вообще просто кайф. Если это, конечно, так оно есть. Ребят, здесь есть специальный еще карман, который, я так понимаю, не промокает. Я правильно мыслю? Да. Ну, тогда же ты сам рассказывай. Давай, ты же его заказал. Это мои, ну, опять же, это мои догадки. Я подозреваю, что это именно так. Вот. А вот это знаешь, что такое? Это чтобы оно там влагу впитывало. Да, это я знаю. Есть нельзя. Это есть нельзя. Пожалуйста. Вот ты находишь такие мешочки во всяких там сумках, на ботинках и так далее. Это есть нельзя. А я в целом редко что нахожу в ботинках, дядя Юра, в отличие от вас, собираюсь есть. Поэтому у меня даже мысли такой нету. Ты сейчас, кстати, в общем, сказал очень смешно. Ну давай, давай. Тут есть два кармашка. Поэтому он вместительный. Ну и самое главное, я говорю, я его полюбил за многофункциональность. Потому что он будет вас защищать, так еще и вещи ваши хранить. Ну, мне кажется, это класс. Ну, это класс. Ты знаешь, что мне один из моих друзей мотоциклист сказал, что это круто, когда у тебя защита. Ну, она не полная, кстати, защита, на всякий случай могу сказать. Там, ну да, копчик она не защищает. Но да. Вот для данного транспорт, это в принципе достаточно, потому что, ну, мы же не летаем со скоростью 150 км в час. Здесь на спидометре 140. Я надеюсь, что мы на нем не поедем 140, потому что мне кажется, что это очень быстро. Надо на таком транспорте ездить и получать удовольствие. Там есть от чего получать удовольствие. Я, честно говоря, больше чем уверен. Че, дядя Юр? Ты рассказал про это? Да, конечно. Еще надо? Я дальше просто тут пока читаю комментарии. Ну? На самом деле, многие очень хотели, чтобы я упал, потому что для них это такой экшен был бы. Я не понимаю таких людей. А почему должен быть обязательно экшен, чтобы кто-то куда-то упал? Вот мне просто непонятно. Вот не знаю, дядя. Вот просто его нельзя, вот там экшен, вот он приехал с такими глазами, классно он прокатился на Веспе. Он прокатился на Веспе, понимаете? Это уже круто само по себе. Мало того, что это красивый дизайн, это элегантность, это субкультура, которая длится уже больше полувека. Понимаете, субкультура, которая в европейских странах, в Штатах, даже в России, между прочим, был прототип. Он, правда, был не лицензированный, но был сделан прототип Веспы. Угу. Вот, так что все нормально было. Так, ну, я сейчас... У нас, кстати, Нина как раз сейчас написала, и я мечтаю о Веспе. Нина. Нина, мы вас понимаем, честно. Вообще не проблема, на Озон заходите, нажали три кнопки, Веспа ваша. Да. Вообще, проблемы вообще никакой нет, как сделали это мы. И не только Веспа, там еще куча всего может быть. Да, смотри, у нас сейчас здесь идет много дождь. Чего еще мы, ну, про что мы вам сейчас расскажем. Да, у нас сейчас здесь много аксессуаров заказали. Дождь. Вот. У нас здесь сегодня идет дождь и летают самолеты. Знаете, такое же, какое у меня вот интересное ощущение, что... как только пошел дождь, самолеты стали летать чаще. То ли они улетают отсюда быстрее куда-нибудь, там, в теплые края, то ли наоборот прилетают. Ну, по-моему, вот этот сейчас улетел. Вот, для такого дождя просто необходимая вещь. Это, что это? Бахилы. Это мотобахилы. Название простейшее. Одевается прямо вот, прям легко. Вот здесь молния. Вот так вот раз, расстегнул. Ногу туда. Тркс, вставил. Вот здесь вот лямочку сюда подтянул и застегнул. Все. Ну, мне, правда, не очень удобно. Ну, по размеру так, просто не подходит. Да, получается, что я опять немножко обманулся с размером. Ребят, ну это опять-таки не страшно. На Озоне мы по-любому это все поменяем. Ну, дядя Юра, ну вы все-таки ответственнее-то подходите к эфиру. Ну, понимаете, в чем все дело? То столько всего возвращать приходится. Да, я объясню. Я просто, понимаешь, я когда вижу, я почему-то начинаю путаться в размерах. У меня какая-то есть такая тенденция. Я увидел, класс, и начинаешь тыкать на кнопки. Ну, а мышка, за она тенденция же, такая у вас, дядя Юра. Она же прыгает в разные стороны, и ты начинаешь тыкать, а оно, естественно, начинает не туда тыкаться. Вот. Понятно. Ну, ты чем что? Ну, собственно, да, конечно. Что? Конечно. Что? Дядя Юр, знаете, как это называется? Как? Мото-джерси. Я вот недавно узнал, для меня это тоже было открытием. Я ее взял, как всегда, потому что она прикольно выглядит. Правильно, дядя Юр? Угу. Я же всегда поэтому вещи беру. Вот, поэтому я ее взял себе. Ее можно надевать под, соответственно, защиту. Или на защиту. Можно и под, и на, как захотите, дядя Юр. А смысл ее в чем?
Дядя Юр, я же вам все сказал. Я выбирал ее, потому что она красивая. И нет, там был напи... Ну, у нас... Он красивый, ребят. Ну, я теперь расскажу, в чем ее действительно смысл. Понятно, для Петра она красивая. Действительно красивая. Красивая. Вопросов нет. Ну, все вообще. Помимо того, вы знаете, ее очень просто стирать. Ее проще стирать. Поэтому, когда вы одеваете всю защиту, одеваете всю экипировку, одеваете ее сверху, угу. И спокойненько поехали. А, она испачкалась. Я понял. Она дышит нормально, понимаете? Приехали, сняли, постирали, все в порядке. Вообще никаких проблем нет. Ну, я напоминаю, она красиво выглядит вообще-то. Но честно говоря, я вообще думал, почему у нас мотоциклисты часто ходят немножко в одинаковых вещах. А теперь понимаю, только это тоже экипировка, оказывается. Это крутяк сам по себе. А еще у нас есть вот классная штука. То, что я тоже ее взял естественно, специально. Красненькую. Но, само собой, Петя, ты тоже заказывался по цвету? Да. Ага. Это, собственно, подшлемник. Теперь я знаю, куда его нужно надевать. Его нужно надевать под шлем. Да. Вот, мы теперь стали одинаковые. Теперь мы красный-черный. Ну, как клоуны, нормально все. Все вот эти штучки, да. Красный, черный. Вот, у меня подшлемничек более крутой, естественно. А почему, дядя Юра? Ну, у вас не более крутой. У меня самый топовый вообще подшлемник. Неправда, неправда. Ну, потому что у меня самый крутой, это же логично. Да, у него самый крутой подшлемник. Я вижу, да, самый крутой подшлемник. Ну, повернись. Ну, все, поворачивайся. Ну, ладно, тоже крутой, хорошо, бывает. Вообще, основная цель вот данного, то, что на нас одето подшлемника, какая? Наверное, чтобы не натирал шлем или что-то, чтобы плотнее сидел. Я расскажу. Самое главное, это он должен отводить тепло и влагу. Когда ты едешь, испугался, вспотел, uh-huh. Вот, а потом эту влагу он должен отвести. Если ты перегреваешься, он тоже отводит, чтобы ты не перегрелся, когда ты едешь, тебе жарко, тебе все это вот так вот идет. И, кстати, он отводит и тепло тоже. И также он его и сохраняет. Вообще прекрасно. Вообще очаровательно. Дядя Юр, а почему у вас швы есть? Где швы? Ну, вот тут вот у вас есть. Потому что у меня здесь специальная вставка. В отличие от тебя, у тебя их нет. А у меня есть. Ну, вот я поэтому и узнавал. У меня, вы понимаете, это шлем не только для того, чтобы ездить на Веспе. Это не шлем, а подшлемник. Это еще подшлемник, для можно ездить на крутых мотоциклах. Реально, на тоже крутых, быстрых. Вот, ну, которых я не очень люблю. Мне больше нравится вот такой транспорт. Вот. Мы подшлемник будем снимать? Нет? Сейчас. Я потому что нервничать сильно не буду. Вот, кстати, в нем совершенно не жарко и совершенно себя прекрасно чувствуешь. Ну, мы, кстати, немного на бандитов похожи, дядя Юр. Как будто бы мы эту веспу не заказали, а отстырили у кого-то. Потому что мы банда сегодня, да? О чем-то сняли, надо было. Слушай, ну я вот сейчас очень много разговаривал, и я уже, честно говоря, хочу стартануть. Ну, давайте, дядя Юр. Я боюсь вас отпускать куда-то, честно. Смотрите, как легко это все одевается, застегивается, все. Ух. Давайте как в комментариях выдержу? Пожелаем дяде Юре удачи. Ребята, пишите, дядя кто Юр. Хочет, чтобы я проехался. Ага, а у меня должно быть ухо еще. Да. Вы знаете, что у нас для связи сегодня наши инженеры сделали крутую штуку. И мы даже теперь можем, когда едем, разговаривать. Вот так вот. Круто. Дядя Юра только сейчас узнал о существовании наушников, поэтому он так безудержно радуется. У меня были с проводами по жизни наушники. Что ты мне рассказываешь? А это куда вставлять надо? Дядя Юр, в ухо. Если у вас были... Нет, в другое, дядя Юр. А, в другое? А у них еще разные уши, что ли, есть? Да. Как и у вас. О, что-то пиликнуло. Крутяк вообще. Опять полетел самолет, сейчас я этот самолет стартану. А меня слышно вообще? Да, все хорошо. Вас вот тут вот будет слышно. Вообще. За этой камерой давайте я следить. Ребят, ну мы взяли частичную экипировку, конечно. Можно еще было взять, как нам порекомендовали менеджеры концерна Виспа, бренда Виспа, концерн Пьяджо, естественно. Там можно было еще купить мото-джинсы. Они сказали, что это такая вот штука, которая с такой усиленной какой-то подкладкой. Ну, как мне объяснили, вот, то есть можно на Веспе ездить как раз с красивыми подкладками. С красивыми попами, дядя Юр, хотели сказать, они да? очень хорошо сидят, то есть фактически, ну, нормально все. Так, ну что? Все думают, что мото-джинсы нужны для защиты, дядя Юра, чтобы с красивой попой ездить. Вот для чего, дураки, вы не понимаете. Ну что, ребята, слушай, а видок-то вообще крутой. Че, дядя Юр, толкнуть вас? Да уж я сейчас как-нибудь... Это я на самом деле на всех эфирах мечтал сделать. Давайте толкнуть, дядя Юр. Подожди, да я заведусь. Нажимаем на тормоз заднего колеса. Завелась.
Теперь толкнуть, дядя Юр? Что ж мне толкать-то все хочешь? Только вы это, шлем, шлем-то застегните. Сейчас я застегну. А что? Давай. Слушай, подожди. Слушай, а в перчатках не очень удобно, поэтому сейчас я шлем. Давайте, дядя Юр. Шлем, я застегну. О. Все, отлично. Все. Давайте, дядя Юр, надевайте перчатку. Я, честно говоря, нервничаю немножко, потому что это ж первый раз. Здесь, кстати, моргает кнопочка АБС, вот хочу показать. Это я оттягиваю момент старта. Вот, кнопочка АБС моргает, это говорит о том, что мы еще не поехали. То есть, как только мы поедем, считаются показания, что он прочитает, что там есть тормоза, что там есть все остальное, и как раз будет все нормально, он сразу погасит. Это я вам обещаю. Все, дядя Юр, не оттягивайте. Давайте, опа! Ё-моё! Удачи вам, дядя Юр, удачи! Давайте. Так, подожди. Ой, честно, я скажу, мне кажется, я сейчас за дядю Юру переживаю больше, чем за себя. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, пожелаем ему удачи в комментариях, потому что она ему явно понадобится, он сейчас поворачивать будет. Так. О, ребята. Как будто, честно говоря, на этом транспортном средстве. Так. Ну, поехали. О, ух ты, повороты как классно входить. Ну, все. А можно? Смотрите как. Феноменально. Я еду, даем первый раз. Нет, тормозить надо сразу, заранее. Вообще нужно всегда сильно не разгоняться. Но вот это я могу сказать, агрегат, который я себе взял, он реально очень быстрый. Прямо вообще, ну, очень быстрый. Так, пока что самое сложное для меня. Я вписался в разворот. Вот это да! Нет, гоняться. Находимся все-таки там, где могут выскочить люди и выйти, как гулять люди. Все, заезжаем. Дорогие друзья, честно, мы тут стояли, ждали дядю Юру и думали, что уже что-то неладное приключилось, потому что долго его не было. Оказывается, это просто дядя Юра ездит очень медленно. Да, дядя Юр? Я что хочу сказать. Я сделал это. Ребята, я даже проехался первый раз. Давайте на подножку поставим его. А давай мы его развернем. Давайте. Ну, я понимаю, Петру это невозможно сделать. Дай-ка я зайду с этой стороны. Ну, пока он еще не дорос до того, чтобы возить, как говорится, крутые вещи. Вот, смотрите. Велосипед, я надеюсь, ты сам перевозишь? Да. Смотри. И самокат вот тоже. Элементарно возится. Мне очень нравится. Слушайте, меня вот сейчас я себя почувствовал где-то, вот несмотря на погоду, я себя почувствовал в Италии. Вот реально в Италии. Я еду по дороге, которая идет с одной стороны гора, с другой стороны вот обрыв, и там море. Море, красота. И вот ты едешь такой гордый, тебя обдувает прекрасным ветром. И да, ощущение просто, вот ты просто себя чувствуешь вот круто. Я не знаю, как объяснить, на этом скутере нет вот как раз ощущения, что вот я прям байкер, не знаю, у меня, по крайней мере, не было. У меня было ощущение, что я на нем плыву, вот такая вот именно европейская размеренная история, что я на нем с удовольствием сейчас еду там какую-нибудь работу, например. Ну, конечно, не ваше же добро. Я хотел спросить, а если он падает, он разбивается? Нет, дядя Юр, но вы решили проверить. Ну, я очень надеюсь... Вот это классический дядя Юра сначала уронил, а потом спросил, разбивается ли он или нет. Надеюсь, что владелец данного агрегата, который у меня был в ухе, сейчас не видел то, что он упал. Это мои наушники, дядя Юра. Ну что ж делать? Ладно, все. Хорошо, ребят, я еще хотел сказать очень важную вещь, вот именно для Петра. Да. Ну, все наверняка знают, кто смотрел его Инстаграм, что у него есть девушка, которую он очень любит. Вот, и Петр, здесь вот знаешь, какая клевая штука есть? Когда ты к ней приедешь на своем... крутейшем, вот, реально крутейшем, на, подержи. Подержу, конечно. Да, транспорте. И вы давайте с ней решите покататься, да? Ага. Вот. Вот здесь вот, вот в это багажное отделение прекрасно влезает что? Шлем. Второй шлем. Класс. Вот, смотрите, хопа. Второй шлем там.
То есть ты приезжаешь, не вот так вот едешь со шлемом, и не в ногах, я тоже видел такие личности, которые так есть. А все здесь нормально, все умещается. Это очень важная вещь. Шлем я опять достану, потому что кататься я чувствую... Ну, вообще, туда, на самом деле, можешь спокойно поместиться и какой-нибудь пакет с продуктами какой-нибудь. Если вдруг, опять же, вам не хватает места, то мы уже сказали, что можно взять рюкзак, и, ну, я говорю, самое классное, что он будет обеспечивать вам еще и дополнительную безопасность. И там есть, вот я говорю, вот эта штучка, через которую можно пить, это очень крутая вещь, как оказалось. И, ну, я надеюсь, что я правильно ее обосновал. Да. И там еще есть пакет, который не промокает, туда можно положить телефон, кошелек, там, бумажник, документы, и все будет, в принципе, дядя прекрасно. Юр, да. Я пока почитаю чат. Да читай. А вы, дядя Юр, расскажите, потому что вы не про все, собственно, средства безопасности сегодня. Конечно, рассказали. Я с удовольствием расскажу, пока ты... Вот первый раз за все наши стримы, я говорю, я решаю просто петь и посидеть в телефоне. Я, вот, честно говоря, я сам себе удивляюсь, что-то во мне начинает меняться. Вот, но я пока расскажу, ладно. Дядя Юр, я на самом деле немного похабный комментарий, но я не могу его не прочитать. Какой-то ЕЕ написал. ЕЕ? ЕЕ написал. А я видел, как пивас хорошо туда вмещается. Почему паха? Очень хороший комментарий. Прекрасный комментарий, ЕЕ. Я с тобой. Значит, он уже пробовал. Дядя Юра уже находит, где находится этот ЕЕ. Смотрите. Ищет по геолокации. Двинемся дальше, я потом тебе приеду на нем, и мы туда пивасика загрузим. Смотрите, на коленнике. Обязательно надо, обязательно с собой взять, чтобы ездить на Веспе. Да не только на Веспе, чтобы ездить на мототехнике. Возьмите на коленники, потому что наши суставы должны защищаться. Одевается также очень просто, прекрасно. Есть на коленники, которые шарнирные. Эти, ну, как бы, эти тоже как двигаются, но здесь шарниров нет. Ничего страшного, ну, как бы подходит. Все нормально. Дальше, что еще хочу сказать. Про бахилы я рассказал. Необходимая опция, которая должна быть. Ну-ка, привстань-ка. Конечно. Вот, двинемся дальше. Вот то, что... Я же, как всегда, практичный человек. Вот еще один взлетает, кстати, самолет, да. Прикольно. Вот, все куда-то полетели, друзья мои. Я практичный человек, и, естественно, что я должен был в первую очередь заказать, помимо, естественно, безопасности. Ну что, берем, поворачиваем, открываем. Сейчас, что-то... Открываем. Я могу сказать, я тоже все уместил уже сюда, в багажное отделение. Вот, смотрите. Ну, класс. Смотрите. Очень важная вещь, очень практично уже сейчас, друзья мои, я сейчас даже покажу. Это, естественно, чехол для транспортного средства. Это действительно, ну, без это него покупка никуда. Мощная, ее желательно закрывать обязательно. Это чехол, хороший чехол, правильный, который не горит и не плавится от горячих частей. И плюс он сделан как раз под мотоцикл. Давай. Класс. Поможешь? Помогу, конечно. Одевается очень легко. Давай, поехали. Давайте. Внизу он затягивается. Ну, в принципе, это можно делать одному, но мы будем делать с Петром, потому что мне одному просто, ну, как это сказать? Лень. Ну почему лень? Мне не лень. Мне просто это, как бы... Подожди, вот так. Ну, да. Мы прям со шлемом накрыли, но, в принципе, можно и без шлема. Вот так вот, раз. Вот здесь вот резиночка специальная. Ее под колесо завел. Ну, все прекрасно. Да. Вот, смотрите, вот, все. Вот так вот. Ваше выглядит. Транспортное средство будет полностью укрыто. И вот это крутая отлично. Тема. Дядя Юр, я тоже хочу рассказать про такую важную вещь. Какую? Называется она антизапах. Не понял, что за... А зачем тебе антизапах? Дядя Юр, потому что, ну, у нас у всех есть шлем, экипировка. Но на самом деле это не только против запаха. Это для шлема? Это в том числе для шлема. Это для всей экипировки вообще. Во-первых... Давно ли вам, Петр, исполнилось 18 лет, что вы начали говорить про запах в шлеме? Так я вам купил, дядя Юр. Ну ладно. Ладно, рассказывай, для чего он нужен. Хорошо. Во-первых, это не только для запаха, разумеется, это просто для ухода. Самое главное преимущество, мне кажется, что его не нужно стирать, то есть оно просто там остается, все. То есть это не нужно тряпочкой протирать, просто напрыскал, все хорошо. Соответственно, запаха там нету. Работает, если я боюсь сейчас назвать, потому что это очень большая цифра, но вообще там 600 раз можно его выпрыскивать, собственно. 600? Сейчас я, конечно, проверю на всякий случай. 599. 598. Ну, подожди, дай-ка я попробую, мне уже даже интересно. А знаете, что я только что подумал? Если он устраняет запах,
Так это же можно его использовать не только для шлема? Не только. Вообще он и для касок, и для, знаешь, там, для хоккейных шлемов. Ну, в целом, для разной экипировки. И, знаете, для, просто этого, всего и для ботинок тоже можно использовать, потому что мотоботинки же тоже не постираешь. Очень сложно стирать, а этой штукой можно туда напшикать. Он на самом деле подходит для всех материалов. Вот для любого материала он подходит. И, разумеется, ну как бы он продлевает срок службы экипировки. Сейчас. Это же круто. Ну, надо было дать выветриться, но, знаете, такой аромат пошел интересный. В принципе, главное, чтобы он выполнял свою функцию, это будет очень круто. А, слушай. Дядю, да. Я же практичный человек еще. Я же не только купил, естественно, тент. Тент. Для чехол для мотоцикла, я еще купил, естественно, противоугонку. Противоугонку. Она простейшая. Нет, конечно, если кто-то захочет ваш мотоцикл утащить, на него будет заказ, его, конечно, утащат. Но, по крайней мере, вот эту штуку надо иметь всегда. Стоит недорого, но спасает от дураков, которые решат просто на нем, не то что даже завести, они его не смогут без ключей. Вот, потому что толкача он не заводится. Пока ты не включишь зажигание, ничего там не активируется. Вот, ну, по крайней мере, знаете, какие-нибудь дурачки решат, что его снимут с подножки и решат на нем просто, один будет толкать, второй будет катить. Вот эта штука, это противоугонка. Она не даст ему сдвинуться. Работает это очень просто. Смотрите, вообще простейшая вещь. Подошли на тормозной диск, снимем. На передний. Специально в нем есть отверстие. Отверстие делается просто вот. Ну, тут, наверное, не очень будет видно. Здесь есть штыречек. Вот, он сделан из специальной стали, которую не так просто сломать. Взяли. Да что такое? А, все, я понял. Не до конца запихал. Вот так вот. Раз. Все. И сверху накрыли тентом. И все в порядке. Ну, тент я сейчас уже убрал, потому что... И я что могу сказать? Теперь ты его уже не укатишь. Потому что он будет упираться... Упираться как раз в передний амортизатор. Кстати. Все, а он с ключа, соответственно, открывается. Ключ у вас, да, просто. Ключ у меня, ключ пык в карман. И не теряйте, ребят, потому что его потом только болгаркой отпиливать, его даже ножницами перекусить очень сложно. Кстати, знаете, что хотел сказать? Вот кто-нибудь знает, у нас еще немножко времени осталось, попрошу написать, почему на Веспе передняя вилка не такая, как на мотоциклах? Почему, вот смотрите, амортизатор находится с одной стороны. Обратите внимание. Видите? С одной стороны. И здесь другой. Ребята, пишите, а мы пока продолжим. Дядя Юр, ну что продолжим? Я предлагаю, такой вот у нас у меня авантюризм во мне проснулся. Давайте проедемся вместе, дядя Юр. Ты думаешь, у нас потянет? Конечно, потянет. Вы видели, как он вообще, ну, просто там выжимаешь, он рвет. Давайте, дядя Юр. Ну, я даже не знаю, а что, давайте, а что, в конце концов, мужики, ну а что нам? Ну, давай, что? Не, слушайте, ну вот сейчас мы как раз и проверим. Сейчас, ребята, пройдет у нас Веспа проверку в реальных условиях. Так, знаете, одевай перчатки. Сейчас, дядя Юр, давайте наденем наушники. А, я тоже, что ли? Держите, конечно, да, почему бы нет. Так там два, что ли? Да. Это в какую ухо надо пихать? Это в левое. Левый, вот здесь. Вот дядя Юр, да. Левая, ага. Угу. Так, ребята, дайте-ка я сниму пока чехол. Я не могу, мне нравится очень красного цвета. Мне нравится красный цвет. Вы знаете, очень красивый, глубокий красный цвет. Шлемы, так. Шлема. Все, надеваем. Ага, ага. Под шлемник мы не стали одевать. А почему вы не стали? А потому что я пытаюсь воткнуть... Это я не вижу, куда мне здесь надо попадать. А, так. Все, нашел. Все. Есть? Перчатки надеваем. Честно говоря, что-то мне стремновато. Но проверить-то надо. А как мы еще проверим? Ну, только сейчас сюда еще положить два мешка, два баллона газовых. Если вот что, сюда. Просто хочу отметить, что на двоих человек он, разумеется, рассчитан. Потому что здесь вот есть просто подставки для ног, чтобы вам, дядя Юр, сзади было комфортно, а я поеду спереди. Потому что я ничего в этой жизни не боюсь, видимо, и дядя Юра тоже. Вы знаете, как бы обычно всегда боится задний. Ну что, дядя Юр? Толкаю. Давайте. А ты заводи его. На тормоз. Это я помню все. Нажимай. Как мы? Ну давай. Вы сразу залезете или развернуться, а потом залезете? Ну нет, ну давай
Нет, давай развернемся. Нет, давай, давай. Нет, ну. Давайте, сейчас. Подожди, давай. Вот так вот. Поворачивай. Да, 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 да. Ну поворачивай. Да поворачиваю я, дядя Юр. Ты не поворачиваешь, да? Ты прямо едешь. Да ё-моё, все, дядя Юр. Так, спокойно. Сейчас я сюда. Ну ты, конечно. Ух ты, ё-моё! Что-то я уже не особо верю в нашу безопасность с дядей Юрой. Ой! Я не знаю, на кого вы, наверное, похожи, на двух инопланетян, которые сейчас куда-то прилетели. Ну давай, что, трогай, что ли? Ну! Давай, шеф, трогай! Да держитесь там за что, дядя Юра! Держусь, держусь, держусь! Тихо-тихо, дядя Юра! Тихо-тихо, аккуратнее! Все, сейчас получится, дядя Юр, готовы? Да! Ох ты, ё! Так. Так, так, спокойно, спокойно, не разгоняйся, смотрим по сторонам. Тихо, тихо, тихо. Готовы? Да. Ох ты, ё. Так. Так, ты... спокойно, спокойно, не разгоняйся, смотрим по сторонам. Так. Ну. Спокойно. Ё-моё! Лежачий полицейский! Все хорошо, все. Ой, ребята, тут такой адреналин, если честно. С дядей Юрой все это становится раз в 10 тяжелее. Шлем! Скачиваемся! Ты подразумеваешь? Стой! Не-не-не-не-не, я... Давай-ка разворачиваться будем аккуратненько, потихонечку. Дорогие, это очень тяжело. Много легче. Просто вот так вот без дяди Юры развернемся спокойненько. И дядя Юра просто к нам уже сядет. Да. Тоже легче не станет, потому что дядя... Вот что происходит. Один. Блин, вот это он принимает. Вот это прием, конечно, на нем. Так. Слушай, тормози раз туда, мы уже закатим его. Да все, смотри, все. Смотри, он уже приловчился ездить-то. Вы не доверяете, что ли, мне, дядя Юр? Ребята, вы видите, что со стекло? Реально. Это не потому, что я просто испугался. Ну, он, кстати, прет, как этот самый. Я так понимаю, ты сильно на газ не нажимал. Я сейчас сильно на газ не нажимал. Мы прям много не разгонялись. Вот. Слушай, подожди. Давай, так. Сейчас развернусь. Ой, ребят, честно, эмоций очень много, потому что с дядей Юрой ездить, это, конечно, экстрим тот еще. Да. Потому что дядя Юра перевешивает, ну вы видели, он просто садится, и скутер в ту сторону, в которую он сел, собственно, и падает, мне кажется. Ребята, ну я хочу сказать, что, в принципе, мы сейчас везли много килограмм. Да. Ну, Петя где-то полтинник весит, я где-то сотку. 150 он прет, как будто, ну, честно говоря, как вот мотор едет, вообще без проблем. Я еще сейчас расскажу про одну опцию, сейчас я чуть отдышусь, потому что что-то я прям... Хуй, это, дядя Юра. Петя там свои компьютерные дела будет рассказывать. Наушник только сюда дайте, дядя Юра, а то сейчас он опять у вас куда-нибудь упадет. Сейчас. Правда, с вами, конечно, ездить, это очень сложно. А где у меня сложно. Наушник? Куда он делся? Вот он. А, он с другой стороны, ё-моё. Забыл. Ну, ощущение... Дядя Юра так орёт, просто. Я орал разве? Я вообще говорил просто нормальным тоном, совершенно даже. Просто, когда я говорил газку чуть-чуть, куда? Куда? Ну ничего, было сложно, конечно, стартануть мне с дядей Юрой, опять же, потому что я не очень хорошо езжу. Ребят, хотите получить такие ощущения, заказывайте на Озоне вот данный прекрасный транспортный средство Веспа. Ну и давайте, во-первых, скажем, что в целом все, о чем мы сегодня рассказывали, оно есть у вас в эфире, просто что, если вдруг кто-то не знает, вот так вот, у меня сейчас тоже открыт эфир. 18 товаров, и здесь все, что сегодня было представлено. Ну и нужно сказать,
что на скутеры, которые сегодня были представлены, на оба скутера Vespa, будет скидка 10% в течение 15 минут. Поэтому, если вдруг вас что-то заинтересовало, обязательно берите это. Потому что, ну, нас точно заинтересовало. Заказывать. Конечно, заинтересовало, потому что мы их уже заказали. Вот. Друзья мои, я еще не сказал про одну вещь, но это как раз больше относится, наверное, ко мне. Вот у меня шлем был с таким большим забралом. Вот, и если вдруг как-то случайно это забрал, затерлось там, замотилось там, или оно там отломилось, то я себе заказал еще вот такие вот очки. Вот, прекрасные очки с тремя линзами разными. Ой, дядя Юр, я к этому на самом деле очень много готовился. Сейчас, к сожалению, я не успею про это рассказать, но разные линзы нужны для разного. Что-то защищает от солнца, что-то просто как бы обычные линзы, которые там от грязи. Вот у меня сейчас солнечные стоят, вот смотрите. Да, все правильно. Да, они? Да. Хорошо. Да, солнечные линзы. То есть у всех разные как бы предназначения, и я как раз хотел про это рассказать, но дядя Юра про них вспомнил только в конце. Ребята. Ну ничего, зато мы очень классно покатались. Так, садимся быстро на наши прекрасные транспортные средства. Петя, на свой. Итак, друзья. Ну мои. И что нужно сказать? Это был дачный сезон на Озон. И с вами был дядя Юра, Юрий Сидоренко. И Петр Безменов. И, конечно, марка Vespa. Да. Vespa, на котором мы сейчас сидим. И куча всякой прекрасной атрибутики к этому. Атрибутики, да. К этому. Ребята. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. Давайте их заведем. Давай, давайте, заведи, дядя Юр. Завожу. Тормоз. Старт. Ну, класс. Все. Мне кажется, на этом и нужно завершить. Всем пока-пока! Всем пока!